Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Motorola Moto G8 Plus. И сейчас покажу вам, как на этом устройстве войти в boot мод, bootloader мод. Итак, для начала телефон нужно выключить. Для этого удерживаем кнопку блокировки, вот здесь она находится, и нажимаем выключение. Через несколько секунд, да, после того, как телефон уже полностью выключился, зажимаем и удерживаем одновременно кнопку блокировки и кнопку уменьшения громкости. На счет 3. Раз, два, три. Вот, после того, как появится такое меню, кнопки обе отпускаем. Вот мы и в bootloader меню. Поздравляю вас, ребята. Для того, чтобы передвигаться в этой менюшке, нужно использовать кнопку уменьшения и увеличения громкости, да. Для того, чтобы выбрать что-то, нужно нажать на кнопку блокировки. Итак, для того, чтобы перезагрузиться опять в систему, нужно выбрать пункт «Старт». Также можно выбрать Power Off, то есть отключить питание, да, чтобы потом включить телефон. Но можно нажать просто «Старт», и телефон перезагрузится, да, то есть в обычный нормальный режим. Пробуем, нажимаем «Старт», то есть, да, кнопку блокировки. И ждем, пока наш телефон загрузится в обычном режиме. Ну вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч.